Всем привет, с вами Сенсей, и вот я снимаю для вас вторую часть про бесплатные вещи. Сегодня мы получим достаточно много крутых, а самое главное, бесплатных вещей. Поехали! Итак, первый режим, в котором мы получим бесплатные вещи, называется 8-я ежегодная премия Блокси. Ссылка на него будет в описании, также на все плейсы, которые будут в данном видео, ссылочки будут в описании. Итак, все, что нам нужно, это нажать на кнопочку «Играть», то есть мы нажимаем. Итак, вот мы зашли. Как только вы зайдете, у вас вот тут вот появится ачивочка, то есть вещи уже у вас в инвентаре. Давайте мы посмотрим, что нам дали. Итак, нам дали вот такой вот куб, то есть мы можем его одеть на голову. Не знаю, может кому-то он нужен, кто-то будет собирать из него скин. Ну а мы переходим к следующему плейсу. Поехали. Ну а следующий режим для получения бесплатных вещей называется групповой турнир по глайдингу. Ссылка также будет на него в описании. Мы нажимаем на кнопочку «Играть». Итак, вот мы зашли. То есть нам сразу дают ежедневную награду 250 монеток. Мы ее забираем. Все, что нам нужно, это собирать монетки. Тут есть различные режимы. То есть есть Easy, есть Medium, есть Hard, есть Solo. За эти монетки мы сможем покупать лимитированные вещи. То есть вот подходим вот к этому аппарату. Нажимаем на Shop. И тут у нас есть рюкзак для спины, есть кепочка, есть жилетка, есть очки. Но чтобы заработать больше этих монеток, вам нужно играть вот в эти вот режимы. То есть вот мы заходим в соло. Ну, давайте возьмем изи. Итак, вот мы зашли. Нам нужно тут дойти до конца. То есть нажимаем на пропустить. Да. Так. И сейчас нам просто нужно дойти до финиша. Я в это еще ни разу не играл, поэтому сейчас мы попробуем. Итак, вот я подхожу уже к финишу. Я прошел за 1 минуту 42 секунды. Я думаю, что для первого раза это неплохо. То есть нажимаем на Next. И мы заработали 99 монеток. Next, Close. И чтобы вы могли покупать вещи, вам нужно просто играть в режимы. Я думаю, что если играть, например, в какой-нибудь Hard, то вы будете получать намного больше монеток. Ну а мы переходим к следующему плейсу. Ну а следующий плейс называется «Гадкий я. 4 ограбления Обби». То есть мы также нажимаем на кнопочку «Играть». Итак, вот мы зашли. Тут нам нужно собирать бананы, чтобы покупать вещи. То есть сейчас у меня 0 бананов. Мы подходим вот к этому аппарату. Как видим, сейчас все распродано, и вот этот вот костюмчик миньона появится у нас через 1 час. То есть через час мы сможем его купить. Для того, чтобы заработать эти вот бананы, нам нужно играть в различные плейсы. То есть вот тут вот есть рейс мод, стои мод, есть у нас что там, пати мод и фол мод. Давайте начнем с рейс мод. То есть вот мы заходим, нажимаем на play. Тут у нас указано время, за которое мы сможем заработать какое-то количество бананов. То есть если мы пройдем за 12 секунд, мы получим 1000 бананов. Так, давайте попробуем. Итак, все, что нам нужно сделать, это просто дойти до конца. Вот у нас есть самокат, и на нем нам нужно доехать до финиша. Итак, вот я уже подъезжаю к финишу.
Итого я прошел, 10 секунд, ё-моё. То есть, если бы я прошел на 10 секунд раньше, то я бы получил 1000 бананов, а не 800. Ладно, нажимаем ОК. Итак, то есть, как видим, вот они мне начислились, мои бананы. То есть, мне нужно сыграть еще 19 раз. Ну, хотя я бы в этот режим больше не пошел. То есть, я бы лучше сходил или в стой мод, или в пати плейс, или в фол мод. Давайте покажу следующий плейс. Ну и последний на сегодня плейс называется «Победите мошенников». Нажимаем на кнопочку «Играть». Итак, вот мы зашли. То есть тут нам нужно найти всех вот таких вот мошенников и с ними пообщаться. То есть нажимаем «Я пойду». Удачи в поиске, спасибо. Все, и идем их искать. То есть вот у нас счетчик, у нас сейчас 0 из 10. Вот у нас первый. Нажимаем на ненадежный. Все, потрясающе. Идем искать дальше. Итак, вот у нас следующий мошенник. Roblox закрывается. Ненадежный. Все. Идем искать дальше. Итак, вот у нас следующий мошенник. Ненадежный, опять нажимаем. Идем искать дальше. Итак, вот у нас следующий мошенник. Нажимаем опять на ненадежный. Идем искать следующего мошенника. Вот он у нас, следующий мошенник, спрятался. То есть общаемся, опять нажимаем на ненадежный. Потрясающе. А вот еще получается, я думал только с NPC надо общаться, а тут еще нужно общаться и с табличками. Нажимаем на ненадежный. Я не знал, что с табличками надо общаться. Вот еще одна табличка. То есть мы нажимаем на нее. Ненадежный. Так, где-то тут я еще видел таблички. Где-то тут я видел таблички. Вот они. Нажимаем на ненадежный. И осталось найти всего лишь две таблички или два NPC. Вот следующая табличка. То есть нажимаем ненадежный. И осталось найти еще одну. Итак, я вижу последнюю табличку, то есть мы к ней подходим, нажимаем на сообщение, нажимаем на ненадежный, все, ты это сделал. Вот, нам выдали пейджик, ачивку дали, сейчас мы посмотрим, какие вещи нам дали. Я думаю, что это самый классный плейс, потому что нам выдали вот такой вот щит, то есть он достаточно красивый, я бы даже сказал, очень. Нажимаем на 2D. Сейчас посмотрим, как он выглядит на 2D. То есть вот щит замечательный. Все, что нам нужно было сделать, это просто нажимать на ненадежно. Так что ссылка также будет в описании. Итак, я думаю, что можно заканчивать нашу вторую часть. Если вы не видели первую часть, то ссылочка будет в описании. Обязательно ее посмотрите, она тоже получилась очень классная. Если вам понравилось данное видео, то обязательно подпишитесь на канал. Также не забывайте, что у меня есть телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании. На 500 подписчиков в телеграм-канале мы разыграем 1000 рубаксов. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.